вас на нашем канале «Чудо-шкаф». Сегодня у нас разговор пойдет не о мебели. Вы знаете, что скоро Новый год, и наверняка все дети задумываются на такую интересную тему. А что же им подарят родители? Скажите «да». А вот вы, дети, что вы подарите своим родителям? Это гораздо более трудный вопрос. И сегодня мы с вами будем работать на эту тему. Мы вам покажем, что может сделать вот такой 7-летний ребенок своими собственными ручками. Из подручных материалов. Все, что есть у вас дома, дорогие дети, вы можете использовать во благо. Если у вас нет того, что мы будем сейчас использовать в наших открытках, которые мы будем делать для родителей, а мы будем делать новогодние открытки для родителей в подарок. Если у вас нет каких-то таких материалов, то вы можете использовать то, что у вас есть. Придумайте сами, чем вы можете заменить то, чего у вас не хватает. Так. Мы уже начали делать, и сейчас мы вам покажем, что мы уже сделали. Мы вырезали вот такое вот отверстие. У нас открытка наша будет вот такая. Это будет ее лицевая часть, а это изнаночная часть. Мы вырезали еще вот такие круги. Типа бочек с вином. Да, типа бочек с вином. А еще где наш прозрачный, скажи, пожалуйста? И это из маски от коронавируса. Да, и это из маски от коронавируса, из такого прозрачного гибкого материала. Ну и вот поехали. Значит, нам нужно приклеить сначала вот эту прозрачную. Нет, прозрачную. Сначала мы должны вот эту приклеить. Нет, сначала прозрачную. Хотя да, давай. Вот так вот. Мы его будем приклеивать на клей. Наклей, момент, монтаж. Давай так. Сейчас покажем зрителям, какой. Момент, монтаж, суперсильный клей, белый. Вот такой. И мы будем вот так выдавливать по всему периметру. Давай я буду тебе выдавливать на палец, а ты будешь мазать. Поехали дальше. Намазываем. Итак, это у нас блёст. Открывай. Я открыл уже. Теперь мы насыпаем их. А ты один цвет насыпаешь или сразу несколько? Я их сразу несколько звезд напишу. А слушай, мне кажется, мало. Еще подсыпь. То есть у нас несколько цветов, и они... А, так здесь то самое. Ты один цвет насыпал. Теперь нужно провернуть эту крышечку, чтобы высыпался другой цвет. Высыпаю другой цвет. Да, и теперь третий цвет давай высыпем. У нас тут три цвета. Звезд у нас четыре цвета. У нас еще золотые. Ну вот давай, третий цвет. И достаточно, все, прекрасно. А четвертый мы употребим для другого дела, я тебе потом покажу. И вот теперь нам нужно их, все эти звезды, которые здесь лежат, загнать внутрь, чтобы они нам не мешали для следующей процедуры. Что это будет? Скажешь нам, нет? Ну, конечно же, это будет типа шарика с бантиком. Хорошо, процесс будет долгим, поэтому мы вам покажем в следующем кадре результат. Итак, вот что у нас получилось. Это будет шарик. Для него мы сейчас сделаем бантик из этой вот ленточки. И приклеим. Ленточка нужна примерно вот такой вот длины и такой вот ширины. Можно еще уже. Посерединке завязываем узелок. И завязываем самый обыкновенный бантик. И приклеиваем.
теперь мы его вот так вот приклеиваем. Вот и чудненько. Теперь пусть оно себе приклеивается. Окончательно оно встанет только завтра, но сейчас уже не отвалится. Итак, что у нас здесь? Здесь у нас тоже не очень хорошо кое-что получилось. Вот здесь нам нужно будет задекорировать то, что у нас не получилось. Сейчас мы будем это делать таким образом. Мы здесь замажем клеем ПВА. Открой, пожалуйста. Вот, вот так вот. Те места, где мы хотим задекорировать, не на бумагу, а вот здесь вот, да. Да-да-да, вот так вот. Мы его нальем, а потом посыплем блестками. Достаточно. Вот это у нас такое ночное небо, и это звезды. Все. Вот наше небо готово. А здесь у нас новогодний шарик. У нас новогодний шарик. И внутри у него пересыпаются звезды. Красота. Осталось только сделать надпись «С Новым годом!». Сейчас мы этим и займемся. Наш результат, наверное, Деду Морозу и снеговику-почтовику это точно понравится.